Так, гриф у тебя на 12 идет, а в 15 Я еще. веду его уже. Я за одним гнался, если чё. Ну зачем ты гнался? Я тебе сказал, я тебя потерял. Я тебе полчаса назад сказал, что тебя потерял. Ты все равно воевал с ними. Ты можешь не просто, блядь, летишь за мной, меня можешь потерять. Я же каждый раз ну, говорю, так если вот, поворот. Блядь, сложил на парку. Самолет какой-то лочит. Хочу за это отдавать полную цену. Короче, я не знаю, здесь какой-то самолет летает. Мне, наверное, сейчас поебнут, блядь. Куда вот заберем сегодня? Мы сможем это сделать? Да. Ну если у меня 40 очков есть, я могу. Вот. Что ну, я если вас десятки совешками не убьют на подходе, то в принципе можно долететь. Так, правильно. Так, Стародубов, у тебя F-15 на тебя летит 11. В лоб тебе прям летит на нулях. Да, на я земле. Понимаю. Он сейчас Радар у тебя не на... видит его. На 3 часа, на 3 часа. 2-3-7. Extending. Так, как это пошла. Я гриф наблюдаю. Ага, попал. Отворачивай налево и кидай ЛТЦ. Кидай, кидай. Блять, прилетело. Там же сказал ПВО у них стоит. Да, да, да. Самая старая карта Кавказ, блин, по сравнению с Ил-2 вообще божественно выглядит. Ну, да. Синего дыма был, да? Hornets ready.